С приближением первого весеннего праздника вопрос о подарках становится как никогда актуальным. Согласно опросам, сделать женщин счастливыми оказывается не так уж сложно. Подарок номер один – это цветы, желательно большой и впечатляющий букет. Подарок номер два – украшения. А хорошие духи ценятся так же, как и романтический ужин. Вы видите сравнительную таблицу, в которой в процентном соотношении указано то, что хотят получить в подарок женщины на 8 марта и что дарят мужчины. Итак, цветы. Их чаще всего хотят и чаще других подарков получают. Причем желательно, чтобы к подаренному букету можно было применить характеристику «огромный», «большой», «великолепный» и так далее. На втором месте в рейтинге лучших подарков всевозможные украшения, особенно ценятся кольца. Далее в списке идут духи или косметические средства. К этой же категории можно отнести и подарочные сертификаты в салоны красоты и спа. Не против женщины получить в подарок деньги и дорогое нижнее белье.